День России – один из самых молодых официальных праздников. Его учредили в 1992 году, спустя 2 года после подписания Декларации о государственном суверенитете. Традиционно 12 июня по всей стране проходят торжественные мероприятия. Не стал исключением и наш город. День России – это праздник свободы, гражданского мира, доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Несмотря на молодой возраст, у 12 июня уже есть свои традиции. И главная черта праздника – это, конечно же, патриотизм. А что такое для нас патриотизм? Это прежде всего любовь к родине, к родным местам, где ты родился и живешь. Ведь любое место, даже самая маленькая деревенька, неповторимо своей красотой и очарованием. Первый заместитель главы Людмила Шапор поздравила жителей с праздником, отметив, что он по-настоящему объединяет представителей всех проживающих в стране национальностей. Этот день символизирует действительно наше национальное единство. И это в то же время день, когда подчеркивает нашу ответственность за настоящее будущее страны. Наша Родина – Россия. Это великая страна с богатой уникальной историей, с великими победами, открытиями, с богатейшей уникальным культурным наследием. А самое главное, она богата нашими людьми. Эти люди создавали историю, эти люди ковали победу, эти люди делали великие открытия. А самое главное, они умеют беречь, ценить и приумножать наше духовное наследие. И своим честным трудом они прославляют нашу Родину. В рамках акции «Гражданин России» Людмила Викторовна вручила первые паспорта 5 юным электрогорцам. Я думаю, что сегодня они все прониклись, что, получая этот главный документ в жизни каждого человека, они получают и дополнительную ответственность, и получают, наверное, ответственность за наше будущее и за будущее нашей страны. Мы желаем нашим ребятам, хотя они, конечно, еще очень юные, но мы желаем, чтобы сейчас они уже строили смелые планы, чтобы всегда были решительными, целеустремленными и обязательно добивались тех планов, которые перед собой ставят. А самое главное, чтобы своими добрыми делами, поступками, трудолюбием они прославляли и наш город, Подмосковье, и всю страну. Для жителей города в городском парке подготовили большую развлекательную программу. В течение дня на сцене выступали творческие коллективы. На территории парка прошли показательные выступления воспитанников спортивной школы «Вымпел», греко-римская борьба, бокс, дзюдо. Добровольцы из объединения «Молодой гвардии Единой России» раздавали жителям ленты «Триколора». Также на стадионе организовали футбольный матч, соревнования по баскетболу и волейболу. Для всех желающих работали творческие площадки. Можно было сделать аквагрим, нарисовать портрет. День России – это символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Вы знаете, какой сегодня отмечается праздник? Да, День России. Да. Расскажите, что вы о нем знаете? То, что это праздник нашей планеты, типа, то, что у нее как день рождения. А главный символ нашей страны, по-вашему, это что? Ну вот у вас на щечках нарисовано. Флаг России. Флаг России, да, герб России, да. В чем вы сегодня принимаете участие здесь? Как время проводите? Ну, давайте, вот вы смотрите, вот видите, аквагрим у вас, расскажите. Да, нас раскрашивали, фотографировали нас, мы смотрели, вон как занимаются. А вам нравится страна, в которой вы живете? Да. Вот чем нравится, скажите? Тем, почему? Что здесь очень много классных мест, можно... Много куда сходить, кинотеатры, кино, не знаю, там. Вот если говорить о путешествиях, вы куда-нибудь на юг ездите с семьей, с родителями? Мы ездили на море. Ездили. К нам на море в России, да? Да, да. Краснодар, например. Краснодар. Нравится вам наше море? Да. Да. Скажите, насколько для вас важно быть гражданином России? Конечно, это обязательно, обязательно. Очень даже чувствительно. Почему вы гордитесь нашей страной? Ну, есть за что, есть за что. За все дела наши, за все, в общем-то. А вот скажите, если была у вас возможность переехать жить в другую страну, вы бы... Не хотелось бы, не, ни в коем случае. Насколько для вас важно быть гражданином России? Это очень важно, потому что мы
давно уже тут живем, в России, Советский Союз застали. И поэтому мы рады, что в России живем, потому что наша страна очень хорошая, делает добро очень большое для нас, старается, чтобы мы радовались жизни. Если бы у вас была возможность переехать жить в другую страну, вы бы сделали? Ни за что, никогда. Мы тут. А за что вы любите нашу страну? Потому что она такая родная, красивая и очень много добра делает для людей. В этот день хочется пожелать гордиться тем, что мы россияне. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Желаем всем процветания, счастья и благополучия.